В Первоуральске началась летняя гонка за значками ГТО. На протяжении 2 дней школьники будут сдавать нормативы по легкоатлетическим видам спорта. В спортивном фестивале более 300 участников. Они выполняют нормативы комплекса ГТО, так называемые летние виды. Это бег на короткую дистанцию, бег на длинную дистанцию, метание снаряда, граната или мяч, в зависимости от возраста, челночный бег. Чтобы получить значок ГТО, школьникам за год нужно сдать 4 обязательных дисциплины на скорость и силу. Как рассказывают судьи, с основными нормативами – это бег на дистанции 30 или 60 метров и кроссом – справляется большинство участников спортивного фестиваля. Также почти все выбирают дополнительные дисциплины – метание снаряда и челночный бег. В этом году в сдаче норм ГТО участвуют все школы Первоуральска. В будущем значок может помочь их ученикам при поступлении в колледжи и вузы. Нормы ГТО мне пригодятся для поступления в колледжи спортивной культуры. Готовлюсь я в школе, получается, с учителем физкультуры. Нас готовят, получается, на протяжении месяца двух. Короткая дистанция 30 метров. Нормативы у 4-й ступени у нас, получается, 4 секунды и 7 доли секунд. Я пробежал ровно за 4 секунды.